несчастливый сегодня день. Просто остановиться правильно, и все. Несчастливый сегодня день. Почему? Ну, двое уже не сдали. Вот либо троица, сейчас третий будет. Не знаю. Без прогнозов. Тебе пристегнуть? Да, я не отстегивался. На регулируемом перекрестке направо поедем. На регулируемой перекрестке развернемся. Я же успевал. Ну, здесь. Справа останавливаемся. Он же ехал сначала по правой, потом в последний момент на левую. Я бы успел. Вот точно... Последний момент на левую, а вы в какую хотели попасть? А я откуда знал, в какую вы хотели попасть, даже если так? Какая у него скорость была? Нет, какая у него скорость была? Высокая. Высокая. Как вы считаете? Вот я даже вам сейчас могу на видео показать, как это процесс. Не, я понимаю, что он не проскочил. Но... Вы понимаете, что в такие ситуации никто рисковать не будет? Само собой. Это прецедент для того, чтобы нажать на педаль. Согласны? Нет, я не спорю. Я... Во-первых... Ну, просто он в последний момент там вынырнул. Как в последний момент вынырнул? Я его прекрасно видел. Я понимал, что видел. Он летит. Ну смотрите, я рассказываю вот свое видение. Да? Мне интересно и ваше тоже видение. Я видел, что он двигался с приличной скоростью. С достаточной приличной скоростью. Всего-то надо было постоять, дождаться, когда освободится местечко, когда будет встречное движение отсутствовать. И все. Согласны. Да, ну, конечно, согласен. Все правильно было сделано. Да, я согласен, конечно. Плюс еще там вопрос. А вот расположились мы, мне кажется, при развороте на самом перекрестке не совсем корректно. Не совсем корректно. Посередине прям. Ну да, как-то даже больше перекрывая встречным водителям место. Да, я перекрывал встречную, потому что там разворачивался тоже. А он потом туда ходил? Да. Ну, вот. В тот момент, когда я уже заворачивал, он еще был. Можно было просто подождать. Ну, ладно, бывают такие люди, которые там что-то маленечко неправильно себя ведут и неправильно располагаются, да? Но у вас экзамен, понимаете? Да я... Вам надо показать, что вы стараетесь все делать идеально. Я говорю, день сегодня плохой. В принципе, в жизни, да, вот такое вот расположение, может быть, бы и не создало ничего такого опасного. Там просто, ну, места много, ну, хорошо. Но вот этот вылет под встречку, которая летела, это вас подкосило. Все, с вами сегодня тогда. До свидания. Действительно, какой-то неудачный день.